Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Світлана Князєва. Глядіть у гэтым выпуску. Одна з ключових громадсько-політичних подій года. Президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся з посланням народу і парламенту. Служим айчыне сьогодні пройшли урочистості, присвяченные 100-годзю управління Комітета державної безпеки Республіки Білорусь по Гомельской області. Символ життя і кохання у обласним центрі з'явився парк сімейних дрэў. А зараз об гэтым і іншым больш падрабязна. Об суверенітэце, развіцці краіны, падтрымцы прадпрыемства ў развіцці IT-сферы і будучых выбарах. Сёння Александр Лукашенко звернуўся са штогадовым пасланнем да беларускага народа і нацыянальнага сходу. У авальнай залі за выступленнем кіраўніка дзяржавы уважліва сачылі дэпутаты, кіраўнікі органаў улады і прамысловых прадпрыемстваў, прадстаўнікі дыпламатычных місій. Апрача таго, тысячы грамадзян слухалі пасланне ў прамым эфіры па тэлебачанні і радыё. З некаторымі з іх сустрэліся нашы корэспандэнты. У открытым акционерным таварыстве «Гомсельмаш» незанятых на вытворчасці працаўнікоў запрасілі ў актавую залу. Тут пасланне прэзідэнта разам слухалі кіраўнікі прадпрыемства, інжынеры і рабочыя. Раўнадушных няма, тым больш, што кіраўнік дзяржавы кажа аб самым актуальным, уключаючы неабходнасць захавання і падтрымкі буйных прамысловых прадпрыемстваў. Для «Гомсельмаша» гэта вельмі важна. Моцная эканоміка, падмурак паспяховай дзяржавы. Мы благодарны прэзідэнту за его искреннюю позицию и искреннюю поддержку нам, например, в вопросах создания равных условий на внешних рынках, в первую очередь на рынках Российской Федерации. Глава государства неоднократно это отмечал, что, безусловно, должны присутствовать принципы равной конкуренции без каких-либо искусственных барьеров и преград. Вот этот момент очень важен для нашего предприятия, исходя из тех соображений, что порядка 90% нашей продукции – это экспорт. По словам кіраўніка дзяржавы, чалавек, яго ініцыятыва і імкненне жыць лепш павінны стаць галоўнай рухаючай сілай развіцця краіны на бліжэйшыя гады. Неабходна больш актыўна далучаць у сістэму кіравання дзяржавы моладзь. Своечасова разгледзець сярод спецыялістаў найбольш перспектыўных кіраўнікоў з лідарскімі якасцямі, тых, хто хоча працаваць, чыі думкі і ідэі сугучныя з мэтамі і задачамі развіцця краіны, у каго гараць вочы. На каждым з нас лежыць адказнасць за мір і парадак в нашай стране. В нашей семье. Благополучие нашей страны непосредственно зависит от наших знаний, достижений и морально-патриотических убеждений. В наше время, и когда молодежь вместе, а не сила, в стране очень много есть возможностей для развития, образования и трудоустройства нашей молодежи. Если мы ее будем оставлять в стране, это будет поднимать и нашу экономику, и нашу политику. І в цілом благополуччя страны. Асабліва ўвага праблеме працаўладкавання, у тым ліку людзей з абмежаванымі магчымасцямі. У Беларусі існуе некалькі адпаведных праграм, але сёння неабходна шукаць новыя падыходы, плюс жаданне саміх кіраўнікоў займацца гэтай справай. Вы всегда должны помнить, что у нас есть еще одна категория граждан, которые желают активно работать, несмотря на трудности со здоровьем. Это люди, имеющие инвалидность с ограниченными возможностями. Основные задачи здесь две. Создать систему дополнительных стимулов для нанимателя, который трудоустраивает таких людей, и помочь найти работу конкретному человеку. Но я бы назвал еще третью. Желание нашего чиновничества, всех нас, поддержать таких людей. Гэтыя словы уважліва слухаюць у абласным грамадскім аб'яднанні інвалідаў-спінальнікаў. Тут добра ведаюць аб рэальнай сітуацыі. Кажуць, што працаўладкаванне – гэта вышэйшая прыступка сацыяльнай рэабілітацыі людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Але размова павінна ісці аб комплексным падыходзе. Кроме создания рабочего места, еще создать возможность человека выйти из дома, беспрепятственно передвигаться общественным транспортом по городу, создать условия безбарьерной среды на том предприятии, на котором он будет работать. Потому что иногда директору проще отказать, чем перестроить пол завода инфраструктуру для того, чтобы этот человек там находился и находился в комфортных условиях. Поэтому это большая задача, которую нужно решать.
У Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Францыска Скарыны тэлевізары працуюць у некалькіх аўдыторыях. Сачыць за пасланнем прэзідэнта могуць усе жадаючыя. Закрытых тэм няма, кожны знаходзіць тое, што цікавіць больш за ўсё. Вызвал особы інтарэс то, што прэзідэнт абеспакоен паніманню тых дэмаграфічных праблем, дэмаграфічных вызваў, каторыя сёння испытывает наша страна. І здесь очень солідарны з апазіцыяй а создані неабходимых условий жизни, включая маладых сімей, маладых спецыялістаў. Ну, вообще, он затронул много очень широких разноплановых тем, как всегда, живо, интересно, афористично. Также особый интерес вызывает вот акцент на необходимость поддержать здоровый образ жизни, заниматься спортом и лично своим примером показывать это и вовлекать людей в занятия спортом. Обранный курс на побудову IT-краины у Беларуси застается неизменным. Головное – не изменшать набранные темпы росту и не отстать от надзённых потребов экономики. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко так само кажа у послании белорусскому народу. Народу і нацыянальнаму сходу. У Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Францыска Скарыны з гэтымі словамі поўнасцю пагаджаюцца і дадаюць, гэта рэальная задача. Падавляющее большинство распределяется в компании резиденты парка высоких технологий, EPAM Systems, Гомельский филиал, IBA Гомеля, IBA Минск, Exadel, Intransition. Мы работаем также с Гомельским технопарком, в том числе туда наши выпускники распределяются. То есть у нас достаточно хороший уровень подготовки. Сейчас вот как раз студенты будут изучать технологию блокчейн. Вот. После речи президента можно сказать, что действительно цифровая экономика в Беларуси будет построена. Для этого есть предпосылки. Одна з самых чаканых у грамадстве навін – вызначэнне тэрмінаў прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў. Выбары кіраўніка дзяржавы адбудуцца ў 2020 годзе. Што тычыцца новага беларускага парламента, то яго састаў стане вядомы сёлета. Пры гэтым Александр Лукашенко асабліва падкрэсліў ролю будучых парламентарыяў. Нам патрэбны вельмі таленавіты парламент, таму што ён стане эпіцэнтрам выпрацоўкі асноўнага закона разам з прэзідэнтам, адзначыў кіраўнік дзяржавы. Захаваць суверэнітэт, мір, спакойнае, стваральнае жыццё на сваёй зямлі наш святы абавязак. Каб выканаць гэтую падораную нам лёсам гістарычную місію, мы павінны канчаткова ўсвядоміць сваё нацыянальнае адзінства, кажа прэзідэнт. І ён падкрэсліў, што менавіта разам грамадзяне ствараюць сучасную гісторыю беларускага народа. І ў год 25-годдзя Канстытуцыі могуць з упэўненасцю канстатаваць, Беларусь, як незалежная дзяржава, адбылася. Республіка Беларусь появилась на карте мира почти 30 лет назад. Обретя независимость, строилась и развивалась в условиях сложнейших геополитических, экономических, общественных, региональных и глобальных трансформаций. Мы находились под пристальным вниманием мирового сообщества. За нами наблюдали, оценивали, порой, а то и частенько навешивали ярлыки и ставили в условия экономической и политической блокады. Но через тернии санкций, испытания мировыми кризисами мы вышли к намеченным целям. В центре Европы создали свою страну – мирную, стабильную и очень красивую. Беларусь – страну для жизни человека. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». У пасланні беларускаму народу і нацыянальнаму сходу прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка сёння адзначыў і значнасць работы па зеляненні гарадоў. Прыродны ландшафт Беларусі – наша багацце і гонар, але і гарады, асабліва жылыя масівы, таксама павінны тануць у зелені кветках, адзначыў кіраўнік дзяржавы. Сёлета неабходна завершыць асноўныя работы па добраўпарадкаванні і азеляненні краіны. Наш рэгіён упэўнена рухаецца да гэтай мэты. Сёння ў Гомелі далі пачатак новаму парку. Парк сямейных дрэваў з'явіўся ля возера Бурае балота. Гэта ініцыятывы БРСМ. Канцэпцыю зялёнай зоны распрацавалі ў Беларускім дзяржаўным універсітэце транспарту. Па задумцы, тут будзе некалькі алей, прысвечаных розным сямейным урачыстасцям. Нараджэнню дзіцяці, вяселлю, юбілеям. Аснову будучага парка складуць 20 клёнаў, якія высадзілі падчас урачыстасці. Сям'і Ліндзеравых пашчасціла. Адным з першых у новым парку з'явілася іх сямейнае дрэва. Для нас это дерево будет символизировать единство нашей семьи. Об акции мы узнали из прессы, в средствах массовой информации. Мы хотели бы посадить дерево, чтобы мы помнили о нем, чтобы мы знали, что мы вложили вклад со своей семьей
озеленение. До речі, посадить своє дерево у парку сімейних дерев доволі просто. Заявіться б своїм жаданні, треба у БРСМ. Звісно ж, зараз предстоїть ще дуже багато роботи по благоустройству даного парку, але я уверен, що в ближайші сроки силами и местной исполнительной власти, и, конечно же, гомельчан, и Белорусского республиканского союза молодежи, этот парк станет очень красивым украшением микрорайона. Необходимо будет в дальнейшем обращаться в Белорусский республиканский союз молодежи, который всю необходимую помощь по тому, как пошагово посадить своє дерево, об'яснить, розкаже і допоможе. Населені пункти Гомельської області сьогодні стануть більш пригожими. З початку року у регіоні вже висаджено більше як 57 тисяч дерев. У ближайші дні ця цифра значно зросте. Виконання поручення глави держави. В текущому році у нас на Гомельщині проводиться безпрецедентне, це можна вже одразу сказати, озеленення населених пунктів, як міста Гомеля, так і райцентрів, так і сільських населених пунктів. Уже на сегодняшний день высажено более 57 тысяч деревьев, при том, что еще, скажем так, впереди ждет субботник, в ходе которого будет добавлено. І значительно добавлено кількість висаджуваних деревів. Услід за Гомелем до акції БРСМ долучиться і Мазир. Тут так само з'явиться свій парк сімейних дерев. Максим Савін, Ганна Корольчук, Євген Макеєнко, телерадіокомпанія «Гомель». Айчині служим. Сьогодні у обласному громадсько-культурному центрі презентували книгу, присвячену 100-річчю управління Комітету державної безпеки Республіки Білорусь по Гомельській області. Так само тут відбувся урочистий сход і концерт. Протяг теми у наступному сюжеті. Мальовниче видання наповнено фактами, многие з яких маловідомі. Гэта новий погляд на шэраг подій, які мели місце у історії нашого регіону. Книгу «Айчині служим» випустили тиражом у 1000 екземпляров. Сьогодні її презентували ветеранам служби. Так само їх отримають усі супрацовники управління Комітету держбезпеки. Усі, кого цікавить історія створення служби і її найцікавіші і важливі сторонки, зможуть знайомитися зі змістом видання у обласній універсальній бібліотеці ім. Леніна. Над створенням книги працювали працівники КДБ і супрацовники Музею воєнної слави. Один із розділів «Поєдинки з Абвером». Абвер – це воєнна розвідка Германії. І, звісно, там зібрались всі аси, професіонали своєго діла. І от наші розвідчики повинні були сражаться з таким крутим, сильним врагом. Ну, об этом всем говорится и в книге, и также вот в музее, который расположен в Комитете государственной безопасности. Гэта только один эпизод, а лишь таких было множество. Так, наприканці 1919 года, у момент наибольш вострый и небеспечный для Заходнего фронта, Гомельская губернская надзвычайная комиссия раскрыла так званую польскую военную организацию. У мая 20-го ликвидовала бюро польской информации, якое займалося военным шпионажем. У гэты ж перыяд гомельские чекисты так само примали удел в знищении террористичной организации Бориса Савенкова. У перыяд Великой Отечественной войны на территории Гомельской и Полесской областей дзейнічала каля 40 оперативно-чекістських груп і спецотрадов. У послевоєнні гады гомельські чекісти отшукали і притягнули до відказності більше за 3,5 тисячі воєнних злочинців. У 60-ті і 70-ті була спинена діяльність банд Юхневича і Стасянкова, які ажитявляли терористичні акти супраць представників совєтської влади у регіоні. На початку 80-х розкрите одно з самих гучних злочинств того періоду – буйні крадежі брильянтів з заводу «Кришталь». Прийшов всі ступені оперативно-служебної діяльності. Ну, особо хочеться відмітити, ну так, не тільки мій вклад, але й всіх тих, хто зі мною працював по обеспеченню вже економічної безпеки Гомельського регіону, а іменно завода «Кришталь». Как вы знаете, бриллианты тянут всех, как знаменитые песни. Леня, Леня, мой, Леонид тебе тянет, как магнит, бриллиантик ты мой. Поэтому на этот бриллиант тянуло всех. Нами было привлечено более 50 лиц, которые занимались хищением бриллиантов золота. У 1983 році супрацовники УКДБ по Гомельській області удільничали у операції «Отплата», яка скончилася захопом американського розвідчика-дипломата. 14 супрацовників управління виконували інтернаціональний обов'язок у Афганістані. Ми проходили в Афганістані, там мужська робота була. От, нам сказали, нужно, вперед. Нам сказали на Чорнобиль, вперед.
Вот, приходилось и там бывать, и все. То есть мы не задумывались о том, что сколько там надо, там сколько платят, там или еще что-нибудь. Это противно душе, долг. Я повторяю, это невысокие слова, долг, и в душе мы все остались, ну, в долгу перед вами, перед молодежью. 104 супрацовники удзельнічалі у ліквідацыі наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Праз 6 гадоў пасля тэхнагеннай катастрофы служба атрымала новы статус і назву – Управленне камітэта дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь па Гомельскай вобласці. Марына Джала, Евгенія Кухарона, Кігар Марышынка, тэлерадыёкампанія «Гомель». Останки 41-го солдата Червоной армии с воинскими ушанованиями перепаховали сегодня у вёсцы Калинина Гомельского района. Митинг прошел ля братской могилы, где уже нашли покой 649 воинов. Пошуковые экспедиции на мясовости проводились у осень минулого года. Костяные останки больше як 40 военнослужащих Червоной армии нашли у лесном массиве у 4 километрах на полдень от Калинина. Однако раскопкам попередничала не меньше складаная и долгочасовая праца. Изучая документы сайта ОБД «Мемориал», мы уже практически лет 5 назад определились на этом месте. В конце 2017 года выходит дополнительно еще один документ на сайте ОБД «Мемориал», который конкретно конкретизирует, показывает, в каком месте находятся эти три могилы. Беларусы памятаюць, якім коштам савецкія воіны адстаялі свабоду і незалежнасць радзімы. Сёння астанкі загінуўшых герояў з воінскімі ўшанаваннямі і па праваслаўных традыцыях перапахавалі. Іх імёны засталіся невядомымі, аднак цяпер з'явілася месца, куды можна прыйсці і пакланіцца ў памяць аб іх подзвігу. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў эфіры. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Александра Гамоля. Здравствуйте. Под Гомелем на трассе люди пытались потушить «Мерседес», но пламя разыгралось так быстро, что не помогли даже огнетушители. Это произошло накануне в 15:30 на автодороге М5, недалеко от поворота на Ивановку. Потушить авто пытались проезжающие мимо автомобилисты, которые специально для этого останавливались. Но все попытки были тщетными. Даже работники, расположенные поблизости заправочной станции, не смогли сбить пламя. Хотя и прикатили на место ЧП огромный огнетушитель. Автомобиль сгорел за считанные минуты. Вез контрафакт через зону отселения, но все равно попался милиции. В Добрушском районе правоохранители задержали мужчину, который в своем авто перемещал нелегальный алкоголь. В салоне машины сотрудники правопорядка обнаружили коробки, а в них емкости со спиртосодержащей жидкостью – всего 560 литров. Против перевозчика начат административный процесс. Штраф может составить до 2500 рублей. Спасатели смогли освободить гомельчанку из рабства кольца. Накануне в службу спасения обратилась женщина, которая сообщила, что из-за отека на безымянном пальце не может снять обручальное кольцо. Спасатели приехали по вызову и сделали это кусачками. К слову, в подобные ситуации женщины попадают довольно часто. В основном это происходит на утро. Если кольцо сидит плотно, то палец может опухнуть после долгой физической работы. В суд направлено уголовное дело против жителя Чечерска, который в феврале этого года отрубил кисти своей бывшей супруги. Все произошло на фоне чрезмерного употребления алкоголя. В ходе застолья между женщиной и мужчиной произошла очередная ссора. Тот схватился за топор и отрубил своей бывшей кисть руки. А потом сам оказал потерпевшей помощь. Как сообщают следователи, руку перебинтовал грамотно, а кисть положил в морозильник. К врачу потерпевшая обратилась лишь спустя сутки, когда закончилось застолье. Ранее бывший супруг женщину неоднократно угрожал ей убийством, но она все равно с ним не расставалась. Мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Ему выставлен диагноз – синдром зависимости от алкоголя. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством своей бывшей супруги. Таков обзор происшествий за сегодня. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта, в студии Максим Савин. Здравствуйте. Битва за чемпионство. В субботу в Гомеле состоится очередной эпизод главного противостояния белорусского женского клубного гандбола. На паркете Дворца игровых видов спорта сойдутся «Гомель» и «БНТ Убилас». Пока в противоборстве двух лидеров перевес на стороне гомельской дружины. Две встречи в нынешнем сезоне остались за командой Томажа Чатера. Две завершились в ничью. Однажды сильнее был «Политех».
Шестой матч состоится 20 апреля, начало в 17:00. В ближайшие выходные состоится 27-й тур чемпионата Беларуси по мини-футболу. В предстоящий уикенд календарь свел светлогорский ЦКК и гомельский ВРЗ. Областное дерби пройдет в Светлогорске в субботу в спорткомплексе местной ДЮСШ номер 2, начало в 14:00. В воскресенье гомельская БЧ играет в гостях со столичным дорожником. В этот же день состоится и центральный поединок 27-го тура. Выяснять отношения будут Литсельмаш из столицы. У дружин одинаковое количество набранных баллов. Победитель противостояния единолично займет третье место в таблице. В Гомеле соревнуются сильнейшие борцы со всей страны. Во дворце легкой атлетики проходят Олимпийские дни молодежи по греко-римской борьбе среди юношей в возрасте 16-17 лет. Турнир важный, спортсмены это понимают, а потому на коврах нет места расслабленности. Дело в том, что международный соревновательный календарь в данной возрастной категории весьма насыщенный. В нынешнем сезоне впереди 4 крупных старта. Это первенство Европы и мира, а также Балтийские юношеские игры и летние Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Отбор в сборную команду Беларуси в самом разгаре. Скамейка у нас небольшая, как бы таких основных ребят немного. Там 1-2 человека, в некоторых весах может и 3 человека. Я думаю, что будут многие задействованы, и первые, и вторые номера, и, возможно, даже третьи номера. У нас хорошие ребята, хороший возраст. Я думаю, что мы должны показать результат. Я в это верю. А как уже мы будем там подводиться, и как ребята подойдут, и какие у них претензии к самим себе, в первую очередь. Доказывают, показывают. Я думаю, что все возможно, все реально. Это я говорю про медали первенства Европы, мира и Балтийские игры. Отмечу, что серьезные медальные надежды тренерский штаб сборной страны связывает с гомельчанином Глебом Макаренко. Он сейчас безусловный лидер команды весовой категории до 55 килограммов. Успешно выступает Глеб и на международной арене. В конце минувшей недели он вернулся с победой с крупного турнира, который проходил в Литве. Гомель принимает командный чемпионат Беларуси по настольному теннису. За путевку в высшую лигу борются 10 мужских и 10 женских команд. Победитель напрямую попадает в элиту. Дружина, завоевавшая серебро, встретится с командой из высшей лиги, занявшей последнее место. Гомель представляет женский коллектив. Среди участников турнира также спортсмены из Минска, Могилева, Бреста, Гродно, Солигорска, Борисова, Барановичей и Воложенского района. Впервые соревнования мы проводим такого ранга, первую лигу командного чемпионата. Как показал первый день, девочки готовы играть и бороться за призовые места. Шансы у девочек очень хорошие. В первый день турнира команда Гомеля встречалась со сборными Бреста и Борисова. По итогам встреч наша дружина одолела соперниц со счетом 3-1 и 3-0 соответственно. Соревнования продлятся до 21 апреля. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.